Саламатсызбы, құрметті отандастар. Давайте мы сначала расскажем о хорошем. Что такое мусульманская страна? Это значит, у вас, женщин, есть право 2 раза в неделю посетить торговый центр столицы. 2 раза в неделю. И вам разрешено покататься на коньках. Все по шариату. С учетом того, что в нашей стране очень много религиозных людей. Причем религиозные такие, которые никогда не читали Коран. Им имамы что-то рассказывают, какие-то сказки, байки. Но блогер, айелдер, блогер, қыздарды, вообще, амау керек болады. Егер айел адам бірнеше еркектің қосылатын болса, ол міндетті түрде инфекция таратады. Еркек, мысал, көп айелі бар еркек, көп айелімен қосылатын болса, өзінің, ол инфекция таратымайды. По поручению Комитета национальной безопасности, между прочим, вы все знаете, что все эти имамы, они агенты. Они сидят фактически на дотации в бюджете нынешней власти.